Превышение скорости является одной из наиболее частых причин ДТП. Появление пешехода на дороге может оказаться внезапным, но мгновенно автомобиль остановиться не сможет. При ДТП на скорости 30 км в час риск смертельного исхода для пешехода составляет 5%, при 50 км в час – 40%, а при 65 км в час – уже 84%. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, сохраните жизнь всем участникам дорожного движения.